Макс Ньюс. Студия. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Мы до эфира пытались разобраться с названиями сейчас медицинских учреждений. Надеюсь, что правильно все поняли и прописали. Значит, у нас в гостях заведующая инфектологической поликлиники при Латвийском центре инфектологии, врач-инфектолог Инга Ажиня, уже не первый раз на студии, и руководитель стационарного отделения Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Гунта Стура. Здравствуйте. Доброе утро. Поговорим мы сегодня о, как называют, нежный убийца, оказывается, да, при подготовке к эфиру. Я узнала, что такое название у гепатита. Гепатита С. 28 июля был день борьбы с гепатитом, поэтому решили мы актуализировать этот вопрос, эту проблему. Насколько это проблема на сегодняшний день вообще? Растет число инфицированных гепатитом С? Безусловно. Латвия, это тоже, как и во всем мире, является проблемой. Мы видим, в принципе, где-то около 1500 новых выявленных случаев гепатита С в год. И не говоря о мировой статистике, безусловно, и смертность достаточно высокая в мире от этого заболевания. И почему вы, наверное, назвали такой нежный убийца или ласковый убийца, да? То есть болезнь, у которой нету лица или симптомов определенных, которые бы свидетельствовали о каком-то начале заболевания. Да, таких специфических симптомов. Да, может быть, начало заболевания, я неправильно скажу. Есть, конечно, острые моменты, когда проявление существует, но в основном, если это переходит в хроническую фазу, то нет никаких симптомов. То есть, как с ВИЧ, тем же можно несколько лет жить и не знать, что ты болен. Ну да, может быть, так можно и провести эту аналогию, да, и инфицирование пути, наверное, тоже надо озвучивать такие же, да, то есть, о которых мы, наверное, поговорим. Поэтому надо, общество и общественность, нам нужно говорить об этом, да, каким образом, в каких условиях можно получить это заболевание. Может быть, давайте с этого и начнем, так, чтобы люди представляли. Ну да, безусловно, наверное, все равно будет на первом месте группа риска людей, которые употребляют наркотики, да, в последний момент это тоже, наверное, мы уже многие, как специалисты, обсуждаем, что нет такого, определенной группы людей, которые мы сказали, мужчины. Вот это группа риска, да. Средних лет, или женщина, да, 40-летняя, в принципе, не возрастного, не половой принадлежности, тоже этого заболевания нет. Необходимо задумываться о том, что какие манипуляции были даже медицинского характера, да, то есть мы говорим сейчас о, может быть, косметологических услугах или маникюре, педикюре, но я не говорю об официальных учреждениях, которые зарегистрированы, где есть персоны, которые имеют право этим заниматься, а, наверное, о той второй проблеме, которую мы не видим, и многие учреждения, которые следуют принципу этих учреждений, они контролируются, это, наверное, теневая сторона, когда люди используют какие-то услуги, может быть, не всегда говорит о качестве, а о цене вопроса, да, поэтому, когда идет в полцены вопрос, конечно же, человек не задумывается о последствиях, и он выбирает, наверное, цену, а не качество. Поэтому об этом нужно именно говорить сейчас. Как раз на прошлой неделе была такая статистика, что там, по-моему, треть людей получают медицинские услуги, косметологические услуги где-то на дому, в каких-то таких кабинетах, которые организованы. Как раз сейчас происходит эта акция, да, тоже совместно с Министерством здравоохранения и Центром профилактики заболеваний. Объявлен был конкурс на именно компанию, чтобы привлечь внимание и общество информировать об этом, да, чтобы мы задумывались, что таким образом, к сожалению, можно получить заболевание не только такого характера, да, то есть там много других побочных исследований, поэтому даже иногда спрашиваю пациента или человека, который уже с этим диагнозом пришел к нам, то он даже иногда и не помнит ни фамилию, ни место, да, где он происходил какая-то манипуляция, либо это татуировки, да, особенно это касается молодежи, это сейчас популярно, это модно. Люди занимаются своим внешним видом, телом, да, поэтому нужно говорить, что нужно задумываться, у нас есть все права спросить, одноразовые ли это инструменты, одноразовые, иглы стерильные и так далее, поэтому об этом нужно задумываться. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефон прямого эфира и номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1, если у вас есть вопрос, можете воспользоваться возможностью задать. Да. На каком этапе к вам попадают пациенты?
Ну, скорее всего, тогда, когда есть подозрение, да, когда, допустим, произошла проверка у семейного врача, да, и выявили, да, то есть тогда попадает, ну, естественно, к центру инфектологии. Второй момент, наверное, это тоже люди, которые попадают в стационар. Ну, коллега, наверное, моя тоже объяснит, что да, и острые стадии заболевания существуют с острыми. Наверное, здесь немножко другой вопрос. То есть, когда есть симптоматика, да, и все мы помним, что пожелтеет человек, что-то такая связь какая-то с желтухой, что-то там, то это другой вопрос. Здесь речь идет, на самом деле, о выявлении. Ну, я думаю, что, скорее всего, это... Еще нету такой профилактической меры у семейных врачей, так скажем, как скринингом заниматься. Мы сейчас тоже с нашим обществом инфектологов, совместно с министерскими работниками, мы думаем об этом или разрабатываем, может быть, встречаемся, говорим о скрининговых программах. Да? Как я уже в начале передачи сказала, что нет определенной группы, как мы можем, на что мы выйти, но мы уже разговаривали с семейными врачами, да, как же мы можем определить, потому что все за этим стоят финансы, безусловно, да. Поэтому над этими алгоритмами мы вплотную работаем. Я думаю, что они в скором будущем уже будут. Ну, да. Госпожа Стура, как раз вот к вам вопрос. Да. Когда к вам привозят пациентов, что это за пациенты? И всегда ли можно вот эту цепочку проследить, где именно они заразились? И, может быть, они сами для себя не всегда могут признать, что было, что могло повлечь вот это вот заболевание? Имею в виду то, что острые стадии мы находим очень-очень мало больных, потому что, к сожалению, у С-гепатит, желтуха проходит только 5-10%, когда действительно, когда появляется желтуха, ну, человек осознает о том, что он должен обращаться к врачу и делать какие-то дополнительные исследования по поводу гепатита. То, что большинство в больницах есть, то, что в какой другой больнице причине больной госпитализирован, и мы видим изменения в биохимических анализах, так называемые изменения алата-фасата, которые являются как неточным маркером, что какие-то проблемы с печенью есть. И тут, к сожалению, большой вопрос о знаниях врачей и интересы врачей смотреть дальше или просто, ну, найти какое-то другое объяснение. Скажем, у нас человек с избытком веса, ну, всего скорее, наверное, может это жировой гепатоз. И если не спрашивать этот эпиданамнез, не спрашивать, какие возможности у человека были заражения, тогда, к сожалению, может и быть так, что, ну, врач этому не придает значения. Или, скажем, больной, который поступает с болями в спине, естественно, он до госпитализации принимал какие-то обезболивающие препараты. Картина может быть смазана даже, да, в какой-то степени? Да, да. То, что уже говорилось о том, что, к сожалению, большинство больных находится в так называемой хронической стадии, и когда примарных клинических признаков нет. И тут просто должен быть и сам врач очень насторожен делать дополнительные исследования, и почему бы нет, и сам больной должен, пациент должен быть образован, и, может быть, ну, тоже, если видит какие-то такие отклонения, говорить со своим семейным врачом и тоже предлагать, ну, может быть, да, есть смысл сделать это исследование на С-гепатит. Да, понятно, что, ну, все-таки семейные врачи – ваши коллеги. Тем не менее, можно ли все-таки, ну, исходя из вашего опыта, сделать вывод, что не всегда семейные врачи вот как бы бдительны? Понятно, что у них много пациентов, очереди зачастую у многих, особенно в Риге. Но ведь достаточно там сделать анализы, и, в принципе, можно, так сказать, заподозрить, по крайней мере. Конечно, можно. Конечно, очень-очень большая нагрузка на семейных врачей, потому что мы хотим, чтобы они своевременно находили сахарный диабет, чтобы они своевременно находили раковые болезни. И каждый специалист считает, что, ну, его часть самая-самая приоритетная, и всем этим должен заниматься семейный врач. Но, к сожалению, ну, его миссия так и есть. Семейный врач, он должен менеджировать, с этим больным заниматься с А до Z. Да, и то, что мы тоже сейчас работаем, что каждый год есть курсы обучения и для семейных врачей, и для других специалистов, где именно мы и повторяем то, что, к сожалению, это тихая болезнь, так же, как и ВИЧ-инфекция в латентной стадии, в стадии носительства нет признаков, так и С-гепатита, то же самое. А как часто сами пациенты проявляют бдительность? Мы знаем, что можно прийти к семейному врачу, сказать, вот хочу провериться, там, не знаю, на ВИЧ, на гепатит, на что-то еще, и нам говорят, ну, у вас вроде все нормально, как бы зачем вам лишний раз там что-то где-то проверять? А пациенты все равно настаивают, и как часто к вам попадают люди, которые сами настаивали, у них вроде все в порядке, они где-то услышали по радио, прочитали,
как-то у них это актуализировалось, они просто решили провериться, и у них действительно обнаружилось, что вот у них или гепатит С, или там тот же ВИЧ. Ну, вы уже сказали, что это на самом деле случайная находка, и, наверное, такие пациенты тоже есть, и благодаря вашим эфирам, и благодаря масс-медийной актуализации одной из проблем, то есть, когда вы поднимаете, это тоже люди, конечно, становятся, ну, задумываются, поэтому я считаю, что только обучение, только разговор об этой проблеме может сподвигнуть того же человека, да, безусловно, это врачебная, ну, ноша, так скажем, как уже доктор Гунта сказала, а семейным врачам много нужно знать и много скринингами заниматься и так далее, да, но вот такие моменты, не зря придуманы вот эти мировые стандарты, когда день МЦ-гепатита, день СПИДа отмечают, так скажем, с такой именно ролью, что актуализировать и поднять проблему. Такие пациенты, безусловно, есть. Я думаю, наверное, и пациенту нужно знать, что, я так понимаю, медицинская наука в последнее время в лечении гепатита С, ну, сделала шагнула очень широко, да, это так, мягко говоря, мягко, даже в какой-то степени даже революционные какие-то есть решения, да? До нас это дошло, насколько мы в этом прогрессивны? Да, безусловно, это дошло до нас, это тоже был очень тяжелый путь, наверное, ну, путь... как и в мире, да, но мы немножечко с опозданием пришли, но мы в итоге, не надо, наверное, рассказывать этот длительный путь борьбы, да, но мы в итоге результат. Да, с 2016 года, с 1 января были отменены главные, когда доплачивает пациент за свое лечение, да, то есть была до этого 75% компенсация, с 2016 года 100% компенсировалась. То есть софинансирование пациента не требуется? Абсолютно, да. И, так скажем, мы, наверное, ничем не отличаемся, безусловно, мы тоже начали с более тяжелых больных, лечение было ограничено в критериях назначения, да, и поэтому мы лечили, ну, уже стадии, когда в цирроз переходили, да, то есть это в 3, в 4 фиброзы стадии, когда пациенты, ну, нуждаются более, ну, приоритетно, так скажем. Прошло полтора-два года, да, то есть мы сейчас имеем возможность, в принципе, лечить практически всех, да, то есть это тоже... И результаты хорошие. И результаты, безусловно, специфичность этой терапии очень высокая, до 98%, да, то есть это не бывало. Если раньше терапии были сложные, да, было много побочных эффектов. Очень тяжелые, да. Не всегда были, поэтому я, может быть, пользуюсь эфиром, и тоже, если люди когда-то проходили эту терапию, помнят, что такие серьезные побочные эффекты, и бросили это все, да, ну, именно из-за момента, то, что не хочется испытывать таких тяжелых побочных эффектов, то сейчас можно тоже обратиться через семейного врача и попасть к инфектологам и вспомнить о том, что этим тоже можно, ну, лечиться. То есть сейчас, в принципе, не столь много побочных эффектов? Практически, да? Нет, да. Ну, это, конечно, это не это лекарство, да, конечно же, мы не можем сказать, что 100%. Нет, ну, понятно, да. Но по сравнению с тем, что было раньше, это, да. Это практически нельзя сравнить. Мы знаем из России, ну, достаточно часто от них новости, что в том числе и в больницах бывает, что заражаются, потому что там дети онкобольные. Недавно была громкая история, что там одной иглой им делали капельниц нескольким детям. Бывает и у стоматолога. Заражались, да. А у нас в больницах есть такой вариант, потому что, ну, относительно недавно, наверное, пару лет назад, мужчина, и собирали мы на радио тоже деньги для него, в стоматологическом кабинете заразился, и спустя там какое-то время узнал, и, ну, достаточно долгий путь к какому-то результату для того, чтобы лечиться, надо было пройти. У нас как с этим? Возможно ли, что в больнице где-то или в медицинском учреждении можно заразиться гепатитом? Очень такая сенситивная, чувствительная тема. Очень жаль, что нет коллег, наверное, из профилактического центра. Это эпидемиологи занимаются именно как бы рассмотром, да, откуда человек произошло заражение. В большинстве случаев, когда происходит акутный период, если такой пациент оказывается в нашем стационаре, безусловно, эпидемиолог приходит к нам и расспрашивает о последних манипуляциях. Если мы понимаем инкубационный период, он длится до полугода. Да? Если острая стадия заболевания – это 4-6 недель, и мы тогда можем открутить пленку на более короткий промежуток времени, да, и тогда понять и сопоставить. Но поскольку пути передачи – это не только как бы, ну, кровяные именно инъекционные моменты, да, это и половой контакт, нельзя забывать, и поэтому всегда будет очень сложно определить грань заражения. Но в больнице, да, конечно же, они под большим контролем, но случается, надо отметить, это тоже, конечно же, один из моментов, ну, какого-то человеческого фактора, да, каких-то ситуаций, да. Если такое происходит, если есть такое подозрение, то моментально, конечно же, наши и ВСЛБС-инспекции, и Центр профилактики, он, конечно же, расследует эти случаи.
Насколько часто люди признают и могут понять, где они, не знаю, можно ли сказать, согрешили, но, возможно, там у них был незащищенный половой акт, но они не хотят в этом признаваться ни себе, ни врачам, и вы долго-долго пытаетесь понять, ну, откуда же это, да? Или там не признается ни себе, ни другим, что, не знаю, маникюр где-то сделали в каком-то месте не очень проверенном. Насколько на лечение это влияет, да. Ну, естественно, видите, мы как бы уже с результатом, наверное, работаем, да, и для врача уже, ну, у нас как происходит граница, да, то есть у нас уже есть пациент реально, нам нужно его лечить, нужно моментально быстро исследовать, дополнительное исследование сделать, чтобы... Это так же, как и где есть такие инкубационные периоды, ну, большие, да, достаточно трудно. Конечно, человек сам себе задает вопросы, безусловно, откуда, как это первый шок испытывает момент, да, как это произошло. И как вы уже сами ответили, ну, сказали, наверное, прокомментировали, что много людей, конечно, и скрывают, и не хотят себе даже признаваться в каких-то моментах, но тут разные уже могут быть. Госпожа Стурова, с 2016 года, в общем, да, вы уже сказали, что шагнуло, насколько в стационаре это сразу отразилось, и вы вот сразу с 1 января 2016 года у вас сразу другая жизнь началась, или все-таки тоже как-то постепенно в порядок приводилось все, и насколько на сегодняшний день вы довольны отделением? На данный момент практически больной с С-гепатитом – это больной на уровне поликлиники, потому что изменились не только финансирование, но и изменился и подход к диагностике. Если раньше, как золотым стандартом, мы считали, что нужно каждому больному, чтобы определить стадию гепатита, стационировать и делать биопсию печени, сейчас, благодаря новым технологиям, это заменено уже другими исследованиями, которые… Более щадящие, да, которые доступны амбулаторно, которые занимаются только пару минут, и нахождение в больнице не нужно. То же самое, так как поменялись абсолютно радикально, произошла революция в терапии самой, тогда если раньше мы на первые уколы, которые действительно терапия была с побочными эффектами, с температурами, с очень плохим самочувствием, гриппоподобным признаком, на первые инъекции стационировали, тогда практически сейчас все больные терапии начинают амбулаторно. И есть комбинации для лечения С-гепатита, где лечение заключается только одна таблетка в день в приеме одной уже таблетки. Никаких уколов, никаких уколов нет. И третий вариант, так как нет, и эта терапия проходит очень легко и нет побочных эффектов, тоже опять мы исключаем ту возможность, когда мы раньше стационировали больные для коррекции побочных эффектов. Когда там были нарушения состава крови, мы тоже должны были находиться, они должны были находиться в стационаре. Поэтому практически сейчас, ну, с начала до конца больной с С-гепатитом, это может быть больной на уровне поликлиники, стационар ему уже не нужен. И работать тоже. Да. Естественно, да. Ну вот, да, вообще о жизни пациентов. Все-таки это хроническая инфекция. Ну, можно ли жить полноценно, не думая об этом? И можно ли вылечиться до конца? Вот, может быть, пару мифов развейте нам и нашим радиослушателям. На данный момент уже доктор Ажиня говорила, терапия является с эффективностью 97-98%. Это значит то, что человек полностью освобождается от С-вируса и никаких дальнейших проблем, особенно если он пролечился на первой стадии и на первой и второй стадии у него нет. Лечение вообще заключается в приеме таблеток 8-12 недель. Да, и после этого, ну, человек возвращается в свою жизнь без каких других ограничений, без каких других проблем. Не вспоминая об этом, грубо говоря. Да. Вспоминать нужно об этом и помнить, потому что может наступить реинфекция. Вот это я хотела бы подчеркнуть. Да, к сожалению, к наличие вылеченного С-гепатита не означает, что у вас закончились проблемы на всю жизнь, и вы свободны от этого заболевания, и больше никогда не заболеете. Нет иммунитета к этому заболеванию, так можно сказать, да. И от этого нужно себя вести ответственно и быть, ну, так, как скажем, ну, ответственным в этом плане, что и государство тратит деньги, да, то есть это нужно понимать, что это серьезное, ну, вложение, так скажем, экономическое, это лечение достаточно дорогое, даже на сегодняшний день. И если, допустим, даже если это мы берем наркотики, имеем в виду, да, я продолжаю этот путь, да, то реальность заразится, ну, она очень быстро. Может быть, такой специфический вопрос, но тем не менее, вот может ли быть ситуация, когда вот после этого курса лечения сначала этот вирус не обнаруживается больше, а через какой-то момент все-таки выясняется, что где-то он там остался?
Ну, видите, это тоже говорит о революционном моменте в наших медикаментах, да, безусловно, есть этот 1-2%, да, и, конечно же, мы, эти люди знают об этом, но это еще, на самом деле, у нас опыт достаточно уже тоже все-таки накопленный, большой, и таких, как мы говорим, неудач, это единичные случаи, да, и они у нас есть, и мы думаем о том, как дальше с ними быть, то есть это они не выбрали. Но они могут продолжать лечение, да? Естественно, то есть там будет другой подход немножко, да, но это тоже имеет место быть. 67212-93-9, 67213-93-9, телефон прямого эфира и номер WhatsApp 2306191. Да, если прогресс, ну, если так можно сказать, медицинской науки, фармакологии и в лечении ВИЧ-инфекции, или там такого вот скачка мы пока не видим? Ну, скачок, наверное, каждый инфицированный пациент, болеющий ВИЧ, да, он знает, что это хроническое заболевание на всю жизнь, на сегодняшний день, да, такого скачка. И каждый, наверное, визит, люди спрашивают, да, есть ли что-то новое, вот именно избавление от этого вируса. На сегодняшний день мы не можем говорить о такой революции, но мы все очень надеемся, как и специалисты, как пациенты, это безусловно. Как работа, видимо, ведется. Да, там, да. Ученые, думаю, знаю, что они работают, да, и работают в том числе и над вакциной, наверное, это все сложно, да, и каждый конгресс нам приносит какие-то, опять же, новшества и знания, да, что, ну, будет когда-то тоже прорыв, скорее всего, но и приносит еще в то же время усовершенствование, наверное, терапии, как уже доктор Гунта тоже говорила о том, что одна таблетка для С-гепатита, да, ну, там курс лечения, то в ВИЧ-заболевании существует также одна таблетка, ну, не во всех случаях, но тем не менее, да, то есть, что улучшает, жизнь пациента, да, то есть пациент, он не монобольной, так скажем, не одним заболеванием, у него могут побочные заболевания быть, никто не запрещает болеть и другими заболеваниями, поэтому здесь идет уже речь о совместимости медикаментов, да, то есть прием от давления, от сахарного диабета, соответственно, мы подбираем медикаменты, и в таком ключе, если разговаривать, конечно же, ВИЧ-инфекция не стоит на месте, эта отрасль, и тоже происходит развитие. А насколько у нас есть несколько фармакологических компаний, у которых тоже есть и центры, и лаборатории свои. Мы, Латвия, страна в этом насколько активная и какой-то мы... Онлайн-фарм, имеете в виду наши... Да. Ну, наверное, мы не обладаем такими знаниями о том, что есть ли какие-то разработки именно в нашей стране. Именно в нашей стране, да? У меня нет таких данных, может, доктор Стура прокомментирует. Нет, тоже не слышала, чтобы онлайн-фарм или Гриндекс, или наши производители. У каждого своя ниша, свои приоритеты. И, ну, да, мы пользуемся препаратами другого производства. По поводу компенсируемых лекарств. Сейчас был принят тоже закон пару недель назад, что теперь надо будет в рецептах врач должен указывать компонент, и уже из этого, то есть не название конкретного препарата, а вот активный компонент, и уже исходя из этого аптека выбирает и предлагает лекарства. Скажется ли это как-то на лечении? Я думаю, здесь, наверное, речь идет о патентированных медикаментах, называемых генерические дженерики, да, то есть которые, и я думаю, у нас меньше всего наших пациентов, потому что мы, в принципе, изначально, как только перешли на рецептурную систему, это 2010 год, именно ВИЧ-заболевания, то мы пишем только химические названия этих препаратов, и они всегда как-то, ну, это вошло в нашу жизнь уже очень давно. С С-гепатитом, да, с С-гепатитом то же самое, да, то есть мы не пишем коммерческие названия этих препаратов. Да, но редкое исключение, если пациент, может быть, ну, какое-то требование, ну, желание, да, если он где-то что-то сам доплачивает, или... Это совершенно отдельные случаи, это нас, наверное, нашу, ну, именно область не коснулась, ну, наших пациентов, то есть нас и врачей в том числе. Насколько возможно, ну, видимо, это тоже зависит, естественно, от своевременности обращения к врачу и диагностики, все-таки предотвратить вот развитие цирроза печени или близкого вот к циррозу состояния? Это, безусловно, раннее выявление, да, проблем с печенью именно, уже и доктор говорила, да, это симптомы, они маленькие, и это параллельная находка, да, именно здесь нужно внимание медиков и тоже наши знания пополнять все время, чтобы, ну, чем раньше, тем лучше. Но семейные врачи тоже в этом плане образовываются, да? Образовываются, мы сейчас очень говорим и подходим очень вплотную к тому, чтобы, вы же понимаете, узкого профиля врачей достаточно мало в каждой специальности, и в Латвии они... Мы не отличаемся ничем. Поэтому мы понимаем,
мы, конечно, можем как бы фантазировать и мечтать о том, что завтра мы проснемся, у нас будет плюс 20 врачей, инфектологов, да, готовых, да. Такого не будет завтра или послезавтра. Мы к этому должны идти, то есть, безусловно, специалисты должны появляться. Но, соответственно, мы должны жить в нашем времени и исходить из наших, ну, обстоятельств. Поэтому мы хотим вовлекать, ну, именно семейных врачей на более легкие случаи именно заболевания. А что касается регионов, ну, в Риге, наверное, есть возможность и к узкому специалисту обратиться, и, может быть, даже выбрать семейного врача, выбор большой, несмотря на что. Вот в регионах, насколько вы сталкиваетесь, что там, вот, когда пациенты приезжают там из провинции, что уже чаще в запущенном случае, или нет такой корреляции? Ну, пошло у нас, наверное, улучшение в том, что тоже министерство искали пути именно тоже децентрализации такого рода, чтобы эта услуга была доступна и в районах, и в больнице Лепа, и Даугавпилс, и тоже существует возможность лечить этих людей. Там есть региональные инфектологи, которые тоже занимаются этой проблемой, но там тоже, конечно же, очереди и, ну, капацитаты, это наша возможность. Да, они тоже и в районах ограничены, да, потому что здесь, если речь идет о начале лечения, здесь определенный этап. Нужно консилиумом пройти, да, и документацию отправить в Национальный центр здоровья. Это занимает момент, то есть консилиум врач не может один сделать, да, нужно наличие трех врачей как минимум. И мы тоже эту тему затрагивали на дне гепатита, как этот бюрократический момент может быть упростить. Но на сегодняшний день здесь идет вопрос в цене препаратов, да, и государство работает, и Центр здоровья именно на снижение цены определенных договоров с компаниями, которые производят эти медикаменты, и поэтому пока, ну, наверное, я думаю, в течение года ближайшего не будет изменений, что отменят консилиумы по С-гепатиту, ну, по лечению. Это такой момент, как бы мы тогда можем отказаться, может быть, но тогда цены будут выше у препаратов, и мы сможем лечить меньше, это как бы надо понимать. В 2013 году, еще до вот этого 16 года, когда был прорыв, говорили даже о том, что уезжают люди, потому что здесь не могли получить какое-то лечение правильное, нужное, и общество тоже на них давило, то есть человек с гепатитом С, это значит, ты там или наркоман, или какой-то ведешь там, не предохраняешься и прочее, да. А насколько сегодня это изменилось? Есть ли люди, которые уезжают, может быть, они просто не доверяют, говорят, мы там здесь не будем лечиться, хотим куда-то в другую страну, где там вот лучше лечить. На данный момент ограничений нету. Мы не градируем больных, хороший больной, плохой больной. Если есть проблема, если есть болезнь, тогда лечение происходит. На данный момент уезжать для лечения за границу тоже нет повода, потому что мы пользуемся теми самыми препаратами, которые весь мир. То есть у нас такие лечение, мировые, в этом плане стандарты, да? Да, то же самое лечение, что в других странах Европы. И думаю, по времени, ну, скажем, пока там человек в другой стране найдет этот центр, соорганизует свое лечение, он никакой приоритет не получит. Поэтому на сегодняшний момент такой надобности нет. А у нас есть пациенты из других стран? Такой простой вопрос по С-гепатиту я не готова ответить сразу. Еще, может быть, нельзя, наверное, не сказать еще и о других видах гепатита А и Б, насколько сейчас они, не знаю, распространены, может быть, они пошли на спад, и их уже заменил гепатит С, и мы можем сказать, что по статистике он превалирует над гепатитом А и Б. Ну, Б тоже, как мы знаем, парентеральным путем передается, да, вот, может быть, несколько слов об этом. По поводу Б-гепатита статистика очень хорошая, и думаю, что Б-гепатит скоро станет редкостью, потому что против Б-гепатита есть прививка. Да. И так как у нас изменился стандартный план иммунизации, и это уже произошло с 97 года, тогда большинство людей уже привиты. Изначально мы стали прививать новорожденных, подростков, в группах риска, и на сегодняшний момент, ну, та часть, которая не привита, очень-очень маленькая. Конечно, мы продолжаем тоже работать в эту сторону тоже, именно актуализируя эту проблему между семейных врачей, чтобы они говорили и предлагали эту прививку людям более, может быть, пожилым, которые не попали в эти программы, у которых все равно есть эти риски парентеральным каким-то медикаментозным инъекциям или, ну, скажем, этой части, чтобы тоже они были привиты
Особенно потому, что защита Б-гепатита требует только 3 прививки. Там не нужно, как при гриппе, каждый год прививаться. Да. 3 прививки предохраняют на всю оставшуюся жизнь, чтобы человек этой болезнью не болел. И поэтому на данный момент уже по поводу Б-гепатита статистика хорошая. А гепатит? Это гигиена, да? Да, это гигиена, да, что мы едим, где мы моем руки. И А-гепатит имеет такую склонность, как классические инфекциозные болезни, она идет циклично. Есть период покоя, потом маленькая-маленькая эпидемия. И ремиссия. Да, но против А-гепатита тоже есть прививки, и при том может даже объединять, и тоже мы рекомендуем человеку сразу с одним уколом делать прививку против обоих болезней. Есть ли какие-то вот подвижки вы бываете, я так понимаю, все-таки на этих конференциях по какой-то выработке вакцины от гепатита С? Раз у нас от А и Б есть, но логика подсказывает, что когда-то, возможно, будет и такая прививка. Нет пока такой информации, да? Нет, к сожалению, пока еще таких возможностей нет. Конечно, всегда идут разработки, но, ну, к сожалению, нужно, наверное, тоже иметь в виду возможности человеческого мысли, потому что, ну, против малярии тоже прививки нет, против ВИЧ-инфекции нет, да. Нет, против С-гепатита нет. Конечно, идут разработки, и мы надеемся, что будет, но есть нюансы, особенности этих болезней, вирусов, что есть трудности разработки. Не потому что, кто-то не хочет разработать прививку, чтобы люди болели, принимали эти дорогие лекарства, но просто, ну, технологии, особенности, изменчивость самих этих вирусов такое, что пока таких возможностей нету. В самом начале вот вы упомянули, что есть и острые формы вот гепатита С. Все-таки как так получается, если можно объяснить нашим радиослушателям, когда вот болезнь протекает у одних бессимптомно, даже вот без этой вот желтизны, да, а другие прямо вот стационируются, вот уже когда есть желтизна, все понятно, там какой там осад, талат, билирубин и так далее, да, так сказать. Вот, может быть, несколько слов об этом. К сожалению, нет корреляции, кто будет болеть с острыми признаками, кто будет болеть желтухой, это тоже не какая-то специальная группа. Да. Ну, как при любой инфекции, ну, взаимодействие микро- и макроорганизма, угу. И предвидеть, у кого какое будет течение, невозможно. Если мы ведем параллели с ВИЧ-инфекцией, там тоже такое же, что у части, скажем, 10-30% есть первые признаки, а у остальных просто происходит сероконверсия, образование антитела, человек даже не предупреждает о том, что он заразился. Но никаких таких особенных групп, кто будет болеть одним и вторым течением, нету, к сожалению. А сколько времени вообще должно пройти с момента заражения до того момента, когда можно выявить? То есть человека, например, ну, он подозревает, что он мог заразиться, он хочет сделать прививку через там, 10 дней, 2 недели, месяц, 2 месяца. Через сколько покажет анализ, что есть эта инфекция? Анализы, это нужно говорить тогда с врачом, и нужно говорить, быть откровенным, потому что если мы используем новые технологии, если мы используем так называемые полимеразные цепи реакции, они могут среагировать при очень низкой концентрации вируса и обнаружить наличие вируса очень рано, даже где-то с 4 недель. Да, когда еще даже клинических признаков нету, когда нет ни желтухи, нет самого человека. А вирус уже чувствует, в организме, да, есть, да. Да, но тогда нужно быть и откровенным в этом разговоре, что было, что случилось, или действительно это было посещение какого-то кабинета нелицензированного, или это были действительно сомнительные половые связи, тогда да. И тогда не ждать, пока там появится желтуха или появятся какие-то изменения биохимических анализов. Теоретически технологии сейчас позволяют обнаружить уже вирус через 4 недели после заражения. Может быть, еще вопрос, который пришел к нам и по WhatsApp. Отличается лечение хронического гепатита от острой стадии? Да, отличается. Отличается и курсом лечения. К сожалению, наверное, на сегодняшний момент это один минус, который еще в Латвии есть, над которым тоже мы работаем, потому что, к сожалению, при остром гепатите мы используем еще предыдущие принципы лечения, мы используем интерферонную терапию. Да, довольно тяжелую. Да. Довольно тяжелую, довольно продолжительную. Мы говорили, это
это тоже и в министерстве, и НВД, что по поводу возможности менять, но это еще работа. В мире, да? Да, да, есть. А если вдруг вот пациент, ну, не знаю, если так можно сказать, располагает средствами, он говорит, что я слышал, что есть возможность, я готов это оплатить. Это возможно? Возможно. Да, конечно, это возможно, но тоже с острым гепатитом больным мы тоже говорим индивидуально о том, ну, есть ли действительно такая надобность сейчас на данный момент тратить такие средства. Может, так как человек знает пути передачи, он знает, он думает, что не будет распространять эту инфекцию, понаблюдать, что произойдет дальше. Потому что даже без лечения, специфического лечения, 10-20% полностью освобождается в острой стадии от вируса, и никакое дальнейшее противовирусное лечение не нужно. Если, иммунитета тоже зависит. Это зависит, да. Многих от иммунитета, от многих-многих компонентов. Ну, если это не удается такой результат получить, если он попадает в эти 80%, где вирус остается как хронический, тогда у нас есть на данный момент новое оружие, эти противовирусные препараты, и тогда человек проходит стандартную программу, и никакие его финансы мы не требуем. Но, конечно, есть люди, которые очень-очень переживают и очень нервничают. Они не хотят это время переждать, понять, какой будет курс лечения, они хотят сегодня моментально и эти новые поколения препараты, ну тогда да, конечно, таких возможностей их покупать самому такое и есть, но большинство нам удается найти компромисс и все-таки, ну, нет надобности прибегать к такому решению. Так, успеем, наверное, принять звонок. Называйте доброе наушники. Утро, слушаем вас, пожалуйста. Наушники надевайте, выбирайте. Я очень коротенечко. Скажите, пожалуйста, чувствуете ли вы со стороны государства в неполной мере на эту программу денег? Может быть, это вопрос надо Министерству здравоохранения задавать, а не именно вам. И второе, почему же такая все-таки смертность у нас от этой болезни? Спасибо. Угу. Два аспекта. Может быть, вы пока одевали наушники, не услышали. Чувствуете ли вы, что государство в этой ситуации делает все, что возможно с точки зрения финансирования? Вот вы как практикующие врачи. И вот по поводу смертности до момента. Я думаю, что государство на самом деле достаточно много уже сделало, да, то есть оно не делает, а продолжает делать. Здесь единственное, что, конечно же, аспект для государственных структур – сохранить то финансирование, которое удалось. Да. Мы говорим о сегодняшнем годе, да, то есть нам нужно стабильное такое финансирование, как сейчас. В бюджете каждый год были заложены деньги. Просто, конечно, препараты будут дешеветь, и это будет только способствовать большему объему лечить людей, но хотя бы лет 10 на таком уровне, если сохраняем, когда есть возможность как бы дойти до цели, победить это заболевание, как в мире поставленная цель до 2030 года. Это Всемирное объединение здравоохранения выдвинуло такой лозунг, да, что до 2030 года, так скажем, победить это заболевание. Это означает, что протестировать людей и начать лечение. В течение 10 лет, если сохранится финансирование, да, которое то у нас тоже, ну, и, конечно же, ну, врачебные знания и расширение, так скажем, лечения, возможность давать лечение не только инфектолога, может быть, семейных врачей подключить, мы сможем, наверное, победить. Мы хотим, это амбициозные планы, да, но мы хотели бы тоже так видеть. И второй вопрос был. Да, по поводу смертности, да, конечно, вопрос о том, на какой стадии мы диагностируем. Чем раньше мы диагностируем, тем раньше пролечиваем. Конечно, тогда, если человек полностью освобождается от С-вируса, тогда он живет, ну, скажем так, как, ну, можно так просто сказать, нормальной жизнью, и до цирроза, до рака печени не доходит. Но тут еще нужно иметь второй нюанс, что, к сожалению, печень портит не только С-гепатит. Вы прекрасно знаете, какое у нас потребление алкоголя в Латвии, который тоже является одним источником, чтобы печень не работала и был дальше признаки цирроза. И если человек, ну, приоритеты свои меняет, если у него потребление алкоголя на первом месте, а не лечение С-гепатита, и развивается цирроз, и он умирает, тогда вопрос, он умер от цирроза, это связано с С-гепатитом или все-таки употребление алкогольных напитков? Алкоголь все дешевеет и дешевеет, да. Это об ответственности тоже вот людей, чтобы и понимание проблемы, да, то есть, что алкоголь, как уже сказали, ну, на самом деле, серьезная беда. А для пациентов, которые переболели, например, гепатитом С, у которых, возможно, частично
мышечное поражение печени уже было. А для них есть это ограничение? То есть они вроде как от вируса избавились, но есть ли у них вот это ограничение, что все, до конца жизни это пить? В плане не ограничу, что вообще никак, да, но мы не можем рекомендовать, да, выпивать или продолжать такой же образ жизни. Как уже доктор тоже сказал, надо менять образ жизни, это самое основное, да. Не такой, что запрет, ну, как бы, ну, совсем-совсем, да, но это все нужно очень разумно. Ну, человеку никогда нет, наверное, у нас, ну, какого-то определения, да, нам говорят тоже, может быть, и бокал вина, это не означает, что заканчивается. А если вот за пределами, скажем, если человек не пьет, у него вот гепатит С, который удачно вылечен, но уже какие-то поражения печени наступили, мы можем ли мы говорить о какой-то регенерации потом вот печени? Или те участки, которые были поражены, ну, они уже поражены? Ну, мы уже, наверное, всю передачу говорим, что это все очень индивидуально, да, и подходы, и реакция макроорганизма на изменение вируса, да. Здесь, наверное, однозначно не будет какого-то ответа, что... Ну, есть ли такие случаи, ну, конечно, все, в медицине любые, наверное, случаи мы можем найти, но это не означает, что это будет массово или как-то, да, то есть подход индивидуальный. У нас пара минут остается, на что надо людям обратить внимание, что может, ну, к таким колокольчикам, да, прозвенеть, что надо бы провериться. Ну, кстати, да. Ну, наверное, даже никаких предупреждений. Почему раз в жизни вообще не сходить и не провериться и на ВИЧ-инфекцию, на гепатит, чтобы быть какой-то период, ну, ты знаешь, что я здоров, у меня таких проблем нет. Потому что невозможно эти инфекции, ну, скажем так, обозначить только для групп риска. То, что мы говорили изначально, это могут быть и половые связи, это могут быть посещения и, к сожалению, да, медицинских учреждений, тех же самых стоматологов. Это может быть и татуировки, и маникюр, и педикюр, ну, вся наша повседневная жизнь. Поэтому любому человеку раз в жизни такой тест произойти, сделать для себя нужно, почему нет. Вот еще под конец про детей хотелось бы узнать, насколько часто дети бывают больными, заражаются и каким способом? Конечно, дети больше, наверное, нужно говорить о каких-то, ну, все-таки, к сожалению, медицинских манипуляциях, где как не было сохранено, соблюдены все правила. Но дети – это особенная группа, а они, большинство, имеют эту возможность освободиться от вируса самим, без этого агрессивного лечения. Конечно, еще то, что мы говорили изначально, если мама вела, ну, не хочу сказать распутный образ жизни, но все-таки имела во время беременности нелеченный С-гепатит, очень маленькая процентуальная возможность передать С-гепатит и так называемым вертикальным путем, и также может такой ребенок быть заражен. Да, но это мы больше наблюдаем среди, ну, таких активных употреблений наркотиков, где мама болеет и болеет С-гепатитами, и ВИЧ-инфекцией. Да. Очень маленькие риски есть. Ну, к сожалению, дети у нас до 18 лет. Вот, да? Мои мысли. И поэтому тоже вопрос, когда этот ребенок начинает половую жизнь, да, что он пробует, когда все возможности есть, все тату-салоны, все, ну, действительно, для них очень важно, как, чтобы они выглядели красиво, все посещения салонов, даже не хочу сказать салонов, это, да, просто это частные квартиры, где... С подругой. Да, где такие какие-то манипуляции важны, и человек этот, ну, ребенок заражается таким путем. Да? Хотя уже совсем не ребенок, вроде, ну, да, как. Поэтому, может быть, эта аудитория услышит нас, да, или услышит родители, которые старшеклассники, ну, дети, да, 16-17, когда именно этот возраст начинается, хочу татуировку, как у того-то, и так далее. Но подешевле при этом. Да, и подешевле при этом, и думаю, вдвоем куда-то с подругой, потому что там сделал еще кто-то, да, и там здорово было, да, поэтому говорим об этом. Да, на сегодня нам пора уже заканчивать. Проверяйтесь, все возможности есть, и права у вас тоже есть. Не стесняйтесь, мне кажется, это тоже очень важно, потому что иногда мы приходим, как-то нам неудобно, и что мы будем спрашивать? Спрашивайте, это наши права как пациентов, нам так кажется. Заведующая инфектологической поликлиники при Латвийском центре инфектологии, врач-инфектолог Инга Ажиня была у нас в студии, руководитель стационарного отделения Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Гунта Стура. Спасибо вам за эфир. Всего хорошего.